Ну что же, мы стремительно приближаемся к всемирно известному кооперативу озера. Вот мы сейчас идем, обращаю внимание, по государственной дороге, и она продолжается дальше. Но вперед нее кооператив озера поставил незаконный шлагбаум. Вот вы видите, наверное, само Комсомольское озеро, оно очень красивое, оно шикарное. Здесь справа находится обычное судоводство, и люди из этого сорта не могут дорогу перегородить. Вот это. Подъехало телевидение, канал 100 здесь подъехал, будет снимать репортаж. Вот. Дальше дорога пошла уже в кооперативе озера. Этот шлагбаум является незаконным. Вон тут сидит охранник, можно увидеть, это вот охранник, этот охранник мы видели в 2010 году, достаточно добродушный. Ну там в домике сидит охранник наверху на чердаке. И... Ребят, там пусть документы покажут на частной территории. Ребята, там сидит охранник наверху уже звонит. Тот же самый дядечка, который в прошлом году, 2010-м был. Подергайте его. Еще рано, подождите. Ребят, давайте в команде, чтобы... Чтобы заснять? Если можно, вернитесь. Извиничка, мы должны снять картинку. Хорошо, мы начнем. Просто по команде, по отмашке. Ну, экологи готовятся к серьезным каким-то конфликтам, которые могут случиться. Все, ребята, людей попросят отойти на 3 метра назад и идти дальше. И нужно снять картинку тоже. Какие-то постановки, мы постановки не снимаем. Но все, у нас все реалити. Да, то вот тянется вот такой серый заборчик. Он тянется и здесь, и здесь, и здесь. И он продолжается потом на дачах вот этих вот товарищей. Путина, там, Никунина и прочее. И людям даже вокруг не обойти, понимаете? Вокруг к озеру не обойти. Ну вот, ребята, экологи пошли уже в кооператив озера. Здесь вот мы можем увидеть, сидит охранник. Видите, да, в окошечке. Но препятствовать он нам не может. Шлагбаум является незаконным. Не подъехать, да? Шлагбаум незаконен. И он здесь не может находиться вообще. Здесь качество связи не очень, поэтому во время прямой трансляции видео наверняка дергает, да? Но потом я прокачаю это видео, все прокачаю, и нормально все будет видно, слышно. А именно во время прямого эфира могут быть какие-то проблемы, задержки. Вот мы приближаемся непосредственно к даче Путина. Да, вот видите, вот это вот большое здание, чуть правее которое, это дача Путина Владимира Владимировича. Ребята, мы что, не растягиваем, идем к Линушкам, рядом. Да, сейчас идем вместе, да. Вот она, дача Владимира Владимировича.
А дальше пошли дачи всех остальных ребят. Якунин, Урсенко, Ашки. Зенщику надо снять картинку. Вот в 2010 году вот этот забор был повален, он абсолютно незаконен. Вы можете обратить внимание, забор кругом охватывает территорию, да? То есть люди, которые вот здесь находятся в садоводстве, вот в этих вот садоводствах, да? Они после того, как здесь у нас заборы или дачи у Путина, больше какой-то естественно к общественным, государственным, который должен быть общедоступным. Ладно, что, давайте двинем, ребята. Белый есть? Какие-то постановки у нас тут получаются. Ребята, все, пошли. Идемте, да. Все, идем. К реке, да? К озеру, к Комсомольскому озеру. Ай! Идем к Комсомольскому озеру. По государственным полям. Давай, Илья, подстрахуй девушку. А, это через камеры, да, человек осторожнее. Если вы посмотрите нашу трансляцию на YouTube в архиве за 2010 год, вы увидите, как ломали вот этот вот забор, как активисты его ломали, потому что он незаконен. Здесь был еще кабель убрали. А, вот он, кстати, кабель до сих пор лежит. Вот. Силовой кабель высокого напряжения лежит прямо на земле. Вот мы идем вдоль забора, Владимир Владимирович. Съемочная группа.